Безусловно, вы меня сразу спросите, я знаю про деньги. Это очень сложный вопрос, потому что бюджеты основных детских каналов неизвестны. Это сложный вопрос, но мы его сегодня находимся в стадии формирования бизнес-плана этого канала с учетом тех замечаний, которые нам были вынесены на презентации президента, и мы эти презентации будем проводить во всех общественных организациях. В Соляте провели, нет? Сегодня вечером у нас презентация в Соляте для детей, там потом у нас будет презентация в Министерстве культуры для общественного совета, потом будет презентация в Министерстве образования. И потом мы будем делать презентации в некоторых образовательных учреждениях, в частности, в Октановском районе, как школа называется. Солят гимназия. То есть мы с 1 февраля канал стартует для того, чтобы мы в получасовом режиме, вот именно начинаются там и новые проекты, для того, чтобы провести апробацию этих проектов, получить обратную реакцию, в том числе и от вас, уважаемые коллеги, мы на эту обратную реакцию рассчитываем. Потому что все находится в стадии движения, все находится в стадии апробации и осмысления. Мы как бы свою концепцию предложили, замечаний очень много, предложений очень много, и отсюда очень много предложений. Масса предложений, но как бы идей очень много. Вопрос, так сказать, сделать их телевизионными, превратить телевизионную картинку, что, сами понимаете, от идеи до картинки, это и дистанция огромного размера, для этого нужны и средства, и соответствующие студии, и аппараты, и так далее, и так далее.